года. Вот посмотрите, у нас, пожалуй, в Красноярске нет такого предела, и предела Иоанна, святого апостола Иоанна Богослова. Значит, ну, я просто не знаю, какую информацию вам уже дали, но расскажу вкратце, что иконостас очень уникальный, вот высота 14 метров этого иконостаса, вот, и постарались его восстановить после разрушения, да, когда мы передали на этот предел, восстановить в оригинале. Также и на третий этаж, когда мы пройдем, вы увидите, что восстановлен иконостас практически в оригинальном виде по фотографиям. Вот. Ну, что трудились, здесь очень много людей. Вот. Непосредственно АО «Реставрация» занималась восстановлением. Вот. Значит, ну, о апостоле-евангелисте Иоанне Богослове слышали, читали, нет? Читали, да? Что это любимый ученик Господа Иисуса Христа, вот, который... Знаете, у него нету никаких-то учений, поучений, книг. Он единственное всю жизнь твердил, что любите друг друга. Это единственная его фраза, которая практически вот во время всего его жития постоянно исходила из его уст.